ну вот, у меня тут клиенты требуют супружескую пару в дом прислуги, а вы? А мы и есть пара. Мы вместе уже 5 лет, нам важен не штамп, а любовь. Да, любовь. Ну, сегодня у вас любовь, а завтра разругались. До свидания. С штампом тоже можно разругаться. Это да. Пожалуйста, дайте нам шанс. Мы вас не подведем. Ладно, я отправлю ваши данные работодателям. Если они одобрят вас, то тогда поедете в поселок под Москву. Так, вот занятость полная. Работать будете в выходные. В праздники готовка, уборка, глажка, мытье автомобилей, уход за садом, закупки. Все на вас. Ну что, притихли? Согласна. Когда выезжать? Проходите по дороге прямо к дому. Спасибо. Фу. Нифига себе крутотень. Хоть бы нас взяли. Здравствуйте. Документы ваши можно посмотреть? Да, конечно. Да, конечно. Хорошо. Пройдемте за мной, вас ждут. Рассказывайте, молодые люди. А что рассказывать? Что делать умеете? Так в резюме же все написано. На заборе тоже все написано. Вы сами расскажите. Я повар профессиональный. Могу приготовить любое блюдо, знаю кухню разных стран. Убираю, стираю, все по дому могу. Понятно. Вы? Я вообще-то был менеджером по продажам. Продавал бытовую технику. Еще у меня есть высшее образование. По хозяйству что вы умеете? А, все. Прибить, починить, передвинуть. Также имеются водительские права. Не пью. И хорошо знаю бытовую технику. Условия известны? Да, нас все устраивает. Ну что ж, тогда приступайте. Испытательный срок 2 месяца. Если не понравимся друг другу, разбежимся. Зоя! Да, я слушаю. Здрасте. 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 Объясни им все, покажи. С сегодняшнего дня эти молодые люди будут жить здесь. Ну, хорошо. Пойдемте со мной. Владимир Дмитриевич любит вкусно поесть, но врачи заставляют его соблюдать диету. Он же не двигается совсем. Я просто вывернула себя наизнанку, чтобы вкусно и полезно. Диана тоже привереда, все подряд не ест. Но с ней проще. Она часто ужинает в Москве. Какая Диана? Дочь Владимира Дмитриевича. Приедет, познакомитесь. А почему вы уходите? Осторожно.
Моя дочка родила мне третьего внучка. Приходится помогать. Скажите, а почему он на костылях? 5 лет назад он попал в автокатастрофу. Только я вас прошу, не спрашивайте его об этом. Пойдемте. Пойдемте. Угу. Готово. Очень вкусно. Так, сейчас найдем красивое блюдо, и ты его сама отнесешь. Ой, можно я не буду? Сама-сама. L-O-E-V, like victory, SKY57@gmail.com. Thanks, I call you back later. Подождите, это что? Это запеканка творожно-тыквенная. Опять диетическая? Ой, Зоя, Зоя, я же сказал, что хочу мясо. Ну, я не знала. Зоя Павловна сказала, что у вас диета, вот я... Давайте уберу. Ладно, оставьте. И чаю принесите хотя бы. Прошу. Потрясающе. Вы еще не начали работать и уже нанесли ущерб. Я заплачу. Или хотите, можете вычесть это у меня из зарплаты. Зарплату сначала надо заработать, молодой человек. Я что-то не припомню, чтобы в ваши обязанности входило шатание по дому и игра на бильярде. Извините. Минуточку. А кто все это будет убирать? Я, что ли? Я за веником. Черт. Первый день и так вляпаться. Ты бы видела, как он на меня наехал? Вообще же скач. Ну, может быть, эта вещь была ему очень дорога. Да ты на него посмотри. Он с утра до ночи ходит злой, как собака. Знаю я таких. Выжмут все соки, а потом выгонят к черту. Не знаю, может быть, я себе это просто все накручу? Ну, конечно, накручиваешь. Ну, посмотрите, не все так плохо. Нам хорошо платят, нам есть где жить. Mm-hmm. Потом найдем что-нибудь получше, поженимся, родим ребенка. Ну, ты сам все это говорил. Да? Ну. Говорил? Угу. Говорил? Да. А еще что говорил? Говорил, что люблю? Главное, чтобы он тебя не обижал, а то я ему... Защитник мой. Да. Ой, здравствуйте. А я Женя. Я теперь вместо Зои Павловны работаю. Вы, наверное, Диана? Все понятно.
чего ты взял, что эта девица сможет управляться с нашим домом? Что она умеет? Я думала, ты выпишешь кого-то с опытом, вроде Зои Павловны. Ну, во-первых, это, как ты выражаешься, девица — отличный повар. Во-вторых, она очень хорошо навела порядок в доме, мне понравилось. В-третьих, она не одна, при ней есть муж Роман. В четыре руки они должны справиться. А если не справится? Найму других. Мы с тобой наймем других. Хорошо. Значит, у меня есть повод устроить ужин для друзей. По поводу появления новой прислуги? Нет. Просто я хочу проверить, насколько отличный она повар. Женечка, вы знакомы с моей дочерью? Да, мы виделись с утра. Женя, я хочу устроить ужин. Вы в состоянии будете приготовить достойный стол? А чего бы вам хотелось? Чего бы мне хотелось? Ну, не знаю, чего-нибудь изысканного. Я зайду позже. Мы все обсудим. Да, хорошо. Ой, Ром, ты чего здесь? Обед. Ну-ка, стой. Подожди, я тебе чистую тарелку дам. Давай. Держи. Слушай, ты сможешь в магазин съездить? Я тебе список напишу. Да, конечно. А что за праздник? Да дочка хозяина устраивает вечеринку. Сыр нарезать? Угу. Только давай, ешь скорее, а то она сейчас придет и будет ругаться. Женя, перестань. Мы не рабы и не крепостные. Как мы себя сначала поставим, так к нам и будут относиться. Ром, да я знаю. Ну, я просто волнуюсь очень. А ты не волнуйся, Жень. Ну-ка, не волнуйся, ну-ка, не волнуйся. Так вы, значит, муж? Ну да. Только мы еще не расписаны. Жених. Меня Роман зовут. А вас? Жених Роман. Мусор, машина, дорожки, газон. Все ждет только вас. Причем давно. Хорошо. Так, теперь с вами. Давайте обсудим меню. Желаете? Вот, из ваших рук с удовольствием. Женя, все очень вкусно. Спасибо. Женя, а вы не хотите составить нам компанию? Простите, но я не могу. Антош, ты что, обалдел? Прислуга должна знать свое место. А то сегодня она с нами ужинать будет. Завтра в комнаты наши переедет, а послезавтра на голову сядет. Он как у Юльки. Интересно. А что случилось? Да, тетка, которая ходила ко мне убираться, стала деньги таскать. Откуда ты это знаешь? Ну, я специально проверяла. Несколько раз оставляла деньги на столе. Прихожу, их нет. А может, она думала, что таким образом ты ее поощряешь? Милый, у тебя что-то в зубах застряло. Так что дальше-то было? Я сменила замки и сказала, что в ее услугах больше не нуждаюсь. Ну, видишь, все образумилось. А ты целую историю из этого раздула. Может быть, ты ей просто не доплачивала, а? Вот она и взяла свое. Ты куда? Холодно тут как-то. Садись, я скажу, чтобы тебе плед принесли. Роман! Роман? А кто такой Роман? Это жених наш, поварихи. Интересно. А вот к
Кстати, повариха у вас очень даже ничего. Не знаете, где таких берут? А тебе повариха понадобилась? Что случилось, милый? Тебя жена отказывается кормить? Юля, хватит к нему цепляться, он же шутит. Шутит. Вы меня звали? Вау! Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Присаживайтесь к нам. Идите сюда, ко мне поближе. Как раз именно вас нам сейчас и не хватало. Юля. Роман, принесите Юле плед, а то прохладно. Хорошо. Ой, стойте, подождите. Ну, раз уж вы собираетесь нас согревать, может, вы поможете мне прикурить? Да, конечно. Ну, не нервничайте так, я же вас не съем. Простите. Какие у вас красивые руки. Я люблю мужчин с красивыми руками. Спасибо. Роман, ну мы еще с вами увидимся. Конечно. Видали, купился. Как лох купился. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Всем привет. Гуляете? Да. И надеемся, что вы к нам присоединитесь. Без вас скучно. Ладно, не надо смеяться над бедным стариком. Ну какой же вы старик, тем более бедный. Ладно, в другой раз как-нибудь, но не сейчас. Наконец-то они разошлись. Надеюсь, у них не каждый день такие вечеринки. Загоняли они тебя? Да. Ну, зато им все понравилось. Я стала меньше волноваться. Даже Дианин друг предложил с ними поужинать. А ты что? Ну, как что? Ну, мне же нельзя есть вместе с хозяевами. Женя, они нам не хозяева, а наши работодатели. Ай. Ром, мы выбрали такую работу, в которой работодатель называется хозяева. Не вижу ничего зазорного в этом. Мне, кстати, тоже предлагали поужинать вместе со всеми. Угу. Ну, точно. Отказался, естественно. Дурак. Свет выключи. Привет. Доброе утро. Какой вы ранний птах. Давай я погляжу тоже. Я не планировала так рано вставать. Позвонили с работы, срочная встреча. Даже не знаю, как после вчерашнего я за руль сяду. Руки, руки, руки. А как же ваш молодой человек? Антон? Он еще вчера уехал. К жене, детям. Так что отвезти меня некому, кроме вас. Ну, если у меня не будет других поручений. А я попрошу Лаевских, чтобы они поручили вам меня. Идет? Идет. Кофе еще будете? Нет, спасибо. Кто-то еще завтракает? Нет. Диана со Стасом еще спят. Юля отправилась в Москву. Я просил Романа отвезти. Мне так будет спокойнее. Вы же знаете, какие у нас в России беды основные. Дураки дороги и дураки на дорогах. Я сам, не надо.
Спасибо. И совершенно не обязательно вот так вот жалобно на меня смотреть. Ничего особенного не произошло, я просто оступился. Ну и как вам ваша работа? Нормально, как и любая работа. Девушка у вас симпатичная. Спасибо. Скоро свадьба? Думаем об этом, но надо сначала на ноги встать. Обидная какая-то ситуация. Здоровый, молодой парень, с образованием. Кстати, у вас есть образование? Да, высшее. Диплом политеха. Ну вот, вам бы чем и серьезным заняться. Ну, когда-нибудь, конечно. Не собираемся же мы всю жизнь работать прислугой. А это только ради того, чтобы в Москве закрепиться. Понимаю. Сейчас на светофоре направо и остановите у бизнес-центра. Спасибо. Это моя работа. Вы меня реально выручили. Стойте. Возьмите. Я вообще-то зарплату получу. Дианочка, какая же ты у меня красивая. Ну ведь ты у меня мужчина красивый. Куда мы поедем? Антон заказал столик в китайском ресторане. Поедим, а там посмотрим. Да ладно, фигня, поехали, новое купим. Говорил я отцу, толку с них никакого. Взяли на свою голову. Ой, Ромка, откуда столько воды? Ты еще. Спать идешь? Я тебя все жду, жду. Ром, ну что происходит? Мы уже здесь почти 2 месяца. А может, ну их, а? Бросим все? Ведь жили раньше как-то. Найдем другую работу. Ты не будешь так уставать. Ну а что ты предлагаешь? Домой поехать? Сам не знаю. Но когда я вижу, как Диана тебя шпыняет, мне ее просто убить хочется. Ну, перестань. В этом нет ничего страшного. Она имеет на это право. А меня бесит такое тихо, отношение. Тише, тихо, тихо. Тише, ты чего? Давай откажемся. Ради нас с тобой. Ну, хорошо. Хорошо, если ты хочешь, давай. Только закончим это. Испытательный срок сразу уедем. Хорошо? Правда, правда? Это Диана приехала. Давай, поехали. Да ну, Жень, ну что ты? Пойдем, ты мне обещал, Рома. Давай.
Боже, перестань. Юля. Ну ты же знала, что так будет. Он обещал, что все выходные мы проведем вместе. Я сказала билеты, гостиницу. Я как дура опять поверила ему. Антон никогда не уйдет от жены. Ну смирись с этим наконец. Я не могу так. Я все время одна. Он мне звонит, говорит, что приедет. Я сижу, его жду. Потом он перезванивает. Говорит, что у него проблемы. Что там... То ребенок заболел. То у жены день рождения. Ну, кошмар какой-то. Ну, все женатые мужики такие. Второй год у вас эта бодяга тянется. Я вообще не понимаю, зачем тебе это надо. Ты молодая, красивая, деньги есть, работа есть. Ну, что еще? Потому что я люблю его. Ну, люби. Люби себя на здоровье. Только от этого мало что изменится. Я не знаю, что мне делать. Он ни во что меня не ставит. Юль, найди себе другого. Ну, мужиков вокруг полно. Я хочу его. Сволочь такая. Убила бы. Убила бы, если бы не любила. Ой, все. Все. Я поехала. Куда? Куда ты поехала в таком состоянии? Да мне плевать. А мне нет. Женя! Женя! Да. Женя, скажите Роману, пусть отвезет Юлю домой. Домой. Да, сумочку. Юля, мы приехали. Да? Спасибо. Да не за что. Вас проводить? Не надо. Роман! Да? Стойте. Пока. Ну что, прошло 2 месяца, надо что-то решать. Нас с Дианой все устраивает, а вас? Владимир Дмитриевич, нам тоже все очень нравится, но мы приняли решение, что... Остаться. Ну, это прекрасно. Подпишем договор на год. Завтра приедет мой юрист и все оформит. А там посмотрим. Спасибо. Я уезжаю через неделю за границу подлечиться. Дом остается на вас. Конечно, мы вас не подведем. Надеюсь. Ром, что это было? Ну, подумал, что горячку пороть. Поживем, побудем пока здесь, а дальше что-нибудь придумаем. Ну, все, пока, Андрюш. Ну, пока. Пока. Все же будет хорошо? Все будет хорошо, конечно. Там лучшие врачи. Там лучшие на свете врачи. Все, пока. Все. Все, счастливо. Счастливо.
Так. Надо как-то взбодриться. Женя! Слушайте, ну, может, поедем куда-нибудь, а? Скучная у вас какая-то вечеринка. А где этот? Кто? Ну, как его? Роман, что ли? А, где-то в доме, наверное, а что? Ну, давайте его позовем. Ну, так, для компании. Да нафига? Нафига он нам нужен, кстати? Ты не забыла, что он как бы женат? А я как бы не собираюсь за него замуж. Я как бы пытаюсь убить время. Роман! Роман, где вы? Юль, ну правда, ну не надо, а? Ну что ему тут делать? Ну не будь снобкой. Роман! Да? Здравствуйте, Роман. Здрасте. А присоединитесь к нам? Или вы очень заняты? Да нет, не очень. Ну тогда налейте мне вина. Может, мы и Женю тогда позовем? Да запросто. Женя! Сумасшедший. Ром, да вы не стесняйтесь, наливайте. Здесь все свои. Спасибо, я не пью. Я здесь. Выпить хотите? Нет, спасибо. А чего хотите? Ничего. Спасибо. Ну, тогда посидите с нами. Я себя не очень хорошо чувствую, я хотела лечь пораньше. Женя, поступайте, как считаете нужным. Да, я пойду. Извините. Стоп, стоп, стоп. А вас я не отпускаю. Поворотик. Почти пошли. Вот ваша спальня. Спасибо. Аккуратней. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Ты такой добрый. Ты меня довел, ты меня спас. Ты... Поцелуй меня. Поцелуй. Что, может, я тебе не нравлюсь? Нравитесь. Угу. Тогда в чем дело? Простите, я не могу. Спокойной ночи. Урод. Поясницу ломит. То ли простыла, то ли устала. Главное, чтобы не забеременела. Нет, ну нам это просто сейчас совсем ни к чему. Что с тобой? Просто устал. Тебе не скажешь. Ты то с Дианой, то с Юлей. Да что за ерунда? Это моя работа. Еще это Юля здесь поселилась, угождая по каждому поводу. Ты что завелся? Я шучу. Я прекрасно понимаю, что мы обязаны выполнять все просьбы наших хозяев. Да не хозяева, а не нам. Что с тобой? Хватит доставать меня дурацкими разговорами. Ты же знаешь, я терпеть этого не могу. Слушай,
тебя плохое настроение, не надо срывать его на мне, я тоже устаю. И вообще скоро весь дом будет на моих плечах, пока ты развлекаешь Диану, Юлю, подруг. Ты куда? Пойду дрова колоть. Хоть один побуду. Там еще? Юля, это я, Роман. Я извиниться пришел. Поздно, Роман. Твой поезд ушел. Никому ты тут больше не нужен, кроме своей поварихи. Совсем сбрендила. Уже до прислуги докатилась. Но он же не вечно будет у тебя в прислугах. И потом он такой. Я с ним просто... Ну, в общем, голову потеряла. Антон решила отомстить? Антон сам виноват. Я свободная женщина. Что хочу, то и делаю. Где хочу, там и живу. Может, мне у тебя поселиться? Ты же не будешь против. С ума сошла? Вообще-то этот Рома здесь не один живет. Он с невестой живет. Тот он ко мне ночью под бачок греться прибегал. Ой, Юля, я, конечно, понимаю, что Антон козел редкостный. Но, по-моему, Рома это тоже не вариант. Уж лучше тогда Антон. Ну все, ну хватит уже об этом Антоне. Я сегодня, между прочим, первый раз за долгое время проснулась с улыбкой. А это дорого стоит. Все, решено. Беру этого Романа. Сбрендила совсем. Нафига он тебе нужен? Да. И с Женей что мы будем делать? Повариха хорошая. А вдруг ты моя судьба? Ты еще замуж за него пойди. А захочу и пойду. Вытирайте. Ну, что делать будете? Рожать, наверное. Хотя... Что, мать-одиночка? Да нет, у меня муж есть, ну, гражданский. Ну и в чем дело тогда? Муж есть, сама молодая, здоровая. Рожайте и не думайте. Да мы только работу хорошую нашли, я даже не знаю, как ему сказать. Слушайте, вам что важнее, работа или ребенок? Ребенок. Господи, Ром, что это? Газовая атака? Новый одеколон. Между прочим, очень модный. И уж во всяком случае лучше, чем запах кухни, который у тебя просто въелся. Ну, еда должна пахнуть едой, а не духами. Я просто констатирую факт. Я поняла, тебе неприятно со мной. Да что ты придумываешь? Ты в последнее время стала какая-то раздражительная и капризная. Ром, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Давай позже. Диана попросила отвезти Юлю на работу, потом еще куда-то надо заехать. Я приеду и поговорим, хорошо, малыш? Ну все. Пока.
Ну, долго это будет продолжаться. Может, определишься уже? Ну, между мной и Женей уже давно ничего нет. Так в чем же дело? Заканчивай с ней, переезжай ко мне. Мне с тобой хорошо. А ты мне нравишься. А как же Антон? Ой, да забудь ты о нем. Только думай быстрее, я два раза не предлагаю. Ну, это не так-то просто. Мы все-таки же... Захочешь, найдешь способ. Значит, я тебя жду. Сегодня с вещами. Время пошло. Я забыл про какую-то дату. А что? Я не могу приготовить нам ужин. А что у нас на ужин? Твоя любимая рыба и абрикосовый пирог. Я просто подумала, что мы как-то неправильно живем. Ну, что мы отдалились друг от друга, и я все время работаю. Ты в разъездах. Но мы перестали элементарно разговаривать друг с другом. Ну, зато у нас есть работа. Ну, да. Но мы же ее сами себе выбрали и... Ром. Я должна сказать тебе одну очень важную вещь. Я не могу больше ждать ее. Жень, на самом деле я тоже хотел с тобой поговорить. Надо было раньше, но я не решался. Я сволочь. Ты меня возненавидишь. Но я так больше не могу. О чем ты? Я влюбился. И это взаимно. Я не могу ничего с собой понять. Я больше не могу с тобой жить. Ром, ты шутишь? Как же я? Жень, я тебя умоляю, только давай без истерик, мы взрослые люди. Я понимаю, мы такое. Жили вместе. Жень, может, я так ничего не могу. Были. Жень, такое бывает, так к сожалению. Ты ничего не можешь не так уйти. Я действительно ухожу. Мы. Это я у так нас решил. Есть мы. Да нет больше нас. Я же люблю тебя. Это твоя жизнь, поэтому делай с ней все, что хочешь. Вот именно. А сразу после ЗАГСа мы поедем на Капри. А что, может быть, вы со Стасиком с нами? Поедем. Почему нет? Не можем же мы тебя оставить в компании этого
ПТУшника. Ну прекрати. Ладно. А может, ты и правда будешь с ним счастлива. Я понимаю, вам обидно, что Роман ушел. Ну, жизнь-то на этом не заканчивается. Найдете себе другого. Вы молодая, симпатичная. Где-то же есть мужчина, который вас ждет? Давайте не будем об этом. Давайте. Не будем об этом. Только я вас прошу, не забудьте ничего, потому что мы из ЗАГСа сразу в аэропорт. Из ЗАГСа? Вот черт. Ну вот не хотела же говорить. Жень, в общем, у Юли и Ромы сегодня свадьба. О, Господи, ну забудьте вы об этом. Ну не ваш это значит человек. Все пройдет, пройдет и это. В конце концов, ну я не знаю, займитесь чем-нибудь, чтобы не думать. Жень, я вам привезу подарочек из Италии, только, ну только не надо плакать. Подумаешь, проблема. Мужик ушел. Тоже мне. Ну и что? Почему нас никто не встречает? Сейчас. Где народ? Где Роман? Где Женя? Женя! Владимир Дмитриевич! Владимир Дмитриевич! Владимир Дмитриевич! Там это... Женя на кухне! В больницу, быстро. Помоги, возьми. Мы сделали ей промывание желудка и поставили капельницу. Сегодня она еще у нас переночует, а завтра ты можешь ее забрать. Фу, слава богу. Спасибо тебе. Да ладно. Да, ты в курсе, она беременна? Ну, вот теперь в курсе. Ребенок тоже в порядке, беременность протекает нормально. Женя, ничего страшного не случилось. Успокойтесь. Посмотрите на меня. Женя, посмотрите на меня, пожалуйста. Давайте-ка мы объяснимся. Что с вами? Простите, я доставила вам очень много неприятностей. Я хотела бы получить расчет и уйти. Расчет? Ну, хорошо, я готов это обсудить с вами, но... Для начала хотя бы причину назовите. В моем положении я не смогу долго работать, и врачи запретили мне нагрузки. Именно поэтому вы решили наглотаться таблеток, да? Женя, вы не ответили на мой вопрос. У меня Роман ушел.
А про ребенка он знает? Не успела ему сказать. Это не важно. Она такая богатая, красивая. Она это кто? Юля. Они поженились пару дней назад. Потрясающе. Я надеюсь, моя дочь не имеет к этому отношения. Хотя, что я спрашиваю, с дочерью-то я сам разберусь. Потрясающе. Я вас умоляю, только ничего не делайте, пожалуйста, просто отпустите меня, я уеду отсюда, пожалуйста. Женя, позвольте мне самому решать, что делать, чего не делать. Расчета я вам не дам и вас никуда не отпущу. Сначала придите в себя, а там посмотрим. Женя, пожалуйста, без глупостей. Договорились? Ой, блядь. Иди, иди, я догоню. Алло. Доченька. Здравствуй, дорогая. Привет вам. Скажи, а что это за история с Юлией и Романом? Ой, ты умрешь со смеху. Жаль, что ты все пропустил. Да, мне тоже жаль. В общем, Юля захотела, чтобы Антон ее приревновал. Не нашла никого лучше, чем нашу Роман. Рома, конечно, совершенно обалдел от такого поворота событий. Ну, еще бы, да? После поварихи-то. Папа, если бы ты видел Женю на лицо, когда она узнала, что Юля еще и замуж за него вышла. Да я сама в шоке, на самом деле. Знаешь, я тоже, как ты говоришь, в шоке от всего, что ты мне сейчас рассказала. Ладно, обсудим все при встрече. Пока. Хорошо, давай, я тогда побежал за ребятами. Пока, пока, пока. Женя. Ой, простите, я сейчас. Женя, вы могли бы оказать мне одну услугу? Да, конечно, все что угодно. Мне нужно жениться на вас. Что? Фиктивно, разумеется. Если вы согласитесь, то после развода, который, разумеется, состоится, вы получите значительную компенсацию. Я обеспечу вас и вашего ребенка всем необходимым. И ваш ребенок родится в полной семье. Зачем вам это нужно? Ну, считайте, что таким образом я пытаюсь извиниться за поведение моей дочери. Как будете готовы, поднимитесь ко мне в кабинет. С паспортом, разумеется. Здравствуйте. Ваш паспорт, пожалуйста. Теперь вы. Вот и все. Спасибо. Вы нам очень помогли. До свидания. Всего хорошего. Вы печать забыли. Поздравляю. Ну вот и все. Теперь мы с вами муж и жена. Спасибо.
Женя, с сегодняшнего дня завтракать, обедать и ужинать мы будем вместе. Доченька, о господи! Бабка, привет! Господи, а я тебя через 2 недели ждал только. Ай, мне все надоело, я решила вернуться. Ух ты! Бабка, какой ты молодец, ты совсем не хромаешь. Ну нет, чуть-чуть хромаю, но это мелочь. Ты скучал? Конечно, скучал. Женечка, быстренько, мои чемоданы в машине, вещи нужно разобрать и на обратном пути 2 бутерброда. Бабка. Женя, подожди, пожалуйста. Не ходи никуда. Доченька, сядь, пожалуйста. Жень. Видишь ли, Дачуш, пока тебя так долго не было, здесь кое-что изменилось. Изменилось очень сильно. В смысле? В смысле? Я женился. Женя теперь моя жена. Это шутка такая? Да нет. Это не шутка. Ах, вот как. А, ну, понятно. А ты уверен, что это твой ребенок? Доченька, погоди немножко. Жень, на минуточку не оставишь нас. Спасибо. Что, рехнулся? Ты рехнулся? Да это Роман, ребенок! Как ты мог поверить, что эта дрянь хитро обманывает тебя? Подожди, как ты мог ей поверить? Как? Дочка. Как ты мог ей поверить? Да как можно ей верить? Таких, как она, дрянь такая! Да, она... Ты даже не надейся, слышишь? Не надейся даже, что ты, твое отродье, надолго задержится в этом доме! Я не позволю это! Твоя жена погибла в той аварии! И погибла она из-за тебя. Спасибо. А что вы хотите на обед? Ничего. Ну, может, приготовить что-нибудь вкусненькое? Приготовьте. Я могу шоколадный торт или панакоту с вишней. Отлично. Ой, вы что, воевали? Да нет. Это я на выставке. Выставка старой военной техники в Индонезии. Да вы садитесь, чего стоять? Это Таиланд. Мы там ныряли здорово. А это вот Серега, мой инструктор по дайвингу. Ой, какая у него красивая фотография.
Это не фотография, это девчонка красивая. А кто фотографировал? Я. Да вы что, так здорово? А я здесь ни при чем, это камера у меня хорошая. Она сама все делает. А у вас есть фотографии? Ну, так, немного. Я просто фотографироваться не люблю. Почему? Плохо получаюсь, не фотогеничный. Не фотогеничный, кто вам сказал? Дурак какой-то. Смотрите на меня. Так, так. Да. Не стесняйтесь, все хорошо, так? Не смущайтесь, только смотрите просто на меня. Вот и все. И кто вам сказал, что вы не фотогеничны, Жень? Жень, встаньте, пожалуйста. Ну, вот так, да, чуть. Ну, сюда. Ага, спасибо. Да, конечно. О, Господи, опять таблетки. Я обещала доктору, пожалуйста. Жень. Что, будете на ужин сегодня? Сегодня на ужин я объявляю тебе выходной. И предлагаю отметить это знаменательное событие где-нибудь в хорошем ресторане. Идет? Ну, хорошо. За нас. За нас. С приездом, голубки! О, привет, дорогая. Как поживаешь? Лучше всех. Отец женился. Ничего себе. Серьезно? Кому ж так повезло-то? Поварихе твоей. Вина. Много вина. В смысле? В прямом. Идите уже. Запудрил отцу мозг. Он и повелся. Она у нас такая несчастная оказалась. Еще и на сносях. Она беременна? От кого? Давай мы у тебя спросим, от кого она беременна. Она вроде как с тобой жила. Подожди, Диана, этого быть не может. Я с ней разговаривал, и она согласилась, что дети нам сейчас не нужны. Ну, говорила одно, дело другое. Я цветовый штуку, у нее такой живот. Приехала. Только ребенка мне сейчас твоего не хватало. Причем здесь ребенок, Юля. Мне отца спасать надо. Он вон спринтил на старости лет. Взял эту дуру с приплотом, сейчас ходит ее, показывает всем. Смотрите, это Женя, моя жена. Ром, мало того, что я тебя содержу, так теперь мне еще и ребенка твоего кормить надо. Твоя повариха наверняка на алименты подаст. Да подожди ты, при чем тут алименты? Вот что я тебе скажу. Рома, повариха твоя мне не нужна. И ребенок твой мне не нужен. Так что давай, разруливай как-то все это по-быстрому. А то я осознаю. Он же этого ребенка на себя может записать. Вкусно? Да, очень.
Жень. Ты ешь, ешь, я сейчас скажу. Женечка, за то время, что мы знакомы, ты наверняка уже могла немножко меня изучить, узнать и понять, что я человек довольно сухой, скучный. Неправда. Не, правда. Правда. Властный, авторитарный. И это не я говорю, это скажет тебе любой человек, который знает меня давным-давно. Это правда, но... Характер — это штука такая непобедимая. Я никогда не умел рифмовать свои чувства. Всю жизнь считал это умение пошлым, банальным, совершенно ненужным и бесполезным. А вот сейчас мне это умение очень пригодилось бы, потому что я тогда не мычал бы, не искал бы судорожно слова, потому что я сейчас панически ищу и не нахожу те слова, которые надо бы сказать в этой ситуации. Но я понял одну простую вещь. Жень, я тебя люблю. Нет, это, разумеется, надо было говорить. Извини. Извини, тебя это ни к чему не обязывает. Жень, все, о чем мы договаривались на берегу, остается в силе. Ты совершенно свободный человек. Я... Посмотрите на меня. Неужели вы еще не поняли? Перестань говорить мне «вы». Юля! Юля! Подожди ты! А ты-то здесь каким ветром? Я вообще-то Диану жду. Я за нее. Идем в машину, поговорить надо. Еще чего? Да постой же! Пусти. Мне, думаю, муж ждет. Муж? Тот самый, который Альфонс? А что ж ты его с собой-то не взяла? Ты, судя по всему, на дискотеку собралась? Или в счастливой семье не все так и хорошо? Послушай, что тебе от меня надо, а? Мне нужна ты. Вся. Навсегда. Я люблю тебя. По-моему, у тебя семья есть. Мы с женой подали на развод. Хочу вернуть тебя. Господи, зачем ты объявился, а? Я хотела тебя забыть. Вот что, Юлька, хватит ерундой заниматься. Гони своего Альфонса в шею и входите. Привет. Привет. Ну, принести тебе что-нибудь выпить? Да, сок, пожалуйста. Мадам, вы кто? Жена. Извините, мой брат.
Ну вот что, приятель, давай сделаем следующее. Ты сейчас быстренько собираешь все свои вещи и также быстренько отсюда уходишь. Договорились? Чего? Юля! Это что? Ром, я понимаю, что это как-то неожиданно. Держи. Я хочу все это прекратить. Что прекратить? Слушай, а он ведь действительно думает, что ты его любишь. И ты действительно считаешь, что она вышла за тебя по любви? Как тебе объяснить? Понимаешь, она вышла за тебя, ну, как за первого встречного. Ну, без обид только. Никакой любви здесь не было. Она это сделала только, чтобы позлить меня. Правильно? Ну да. Я тебя не любила и жить с тобой не планировала. Но это была шутка. То есть все наши отношения — это шутка? Ну вот такое вот у меня чувство юмора. Какие же вы твари! Ты мне тут не пшикай! Я думал, что ты... Да я из-за тебя такого человека бросил. И, кстати, если поспешишь, то еще успеешь и... Да ты рот свой закрой! Ну что, готова? Да. Ой, а тесто немало. Сейчас еще сделаю. Тебе полотенце. Ой, а что это у нас такое? Где? Вот тут вот. Так, номер исполняется без страховки. Коронный номер. Опа! Опа. А ты так умеешь, повар высшей квалификации? Ну, ты думаешь. А. Вау, какая встреча. А вы не могли бы объяснить, молодой человек, как вы сюда попали и вообще, что вы здесь делаете? Я пришел за своей женщиной и ребенком. Очень трогательно. А как на это смотрит ваша нынешняя супруга Юлия? Я ушел от нее, как только узнал о ребенке. Почему ты мне сразу не сказал? Жень, может, я его вышвырну, вот и все? Нет, Володь, давай я с ним поговорю, он сейчас сам уйдет. Ты уверена? Только, пожалуйста, недолго, молодой человек, у нас все-таки блины. Зачем ты вернулся? Я не позволю ему воспитывать моего ребенка. Не позволю тебе ломать нашу жизнь. Ты ее уже сломал. Нет, я понимаю, бабки, дом. Ну, все имеют право на ошибку, даже ты. Ну, давай уедем, я заберу тебя домой. Нет. Все будет как прежде. Я не хочу. И он попользуется и выкинет, ему не нужно. Я люблю его, знаешь, я люблю. Спешишь? Ты любишь меня? Ты любишь меня, парень? Женя! Женя! Женька. Ну, как она там? Сделали кесарево. Все прошло хорошо. 2500, 42 сантиметра. Мальчик. Поздравляю вас. Спасибо. А как она себя чувствует? Все показатели в норме. Ребенок тоже в норме. У вас здоровый, красивый мальчик. Спасибо. Ой, боже мой, как красиво. Нравится? Очень. Здорово. Слушай, какой красивый. В тебя.
Ну что, мамаша, как ребеночка назовем? Володя, Чистимир. Спасибо. Ну что, Владимир Владимирович Лаевский, добро пожаловать домой. Хозяйничайте. Вошел. Держи. Сейчас Владимир Дмитриевич вернется. Ну и пусть, я что, не могу своего сына навестить? Женька, какой он классный. На меня похож. Не похож. Как назвала? Володя. Владимир Романович Рубцов. Хорошо звучит. Владимир Владимирович Лаевский. Женька, это невероятно. Слушай, можно я его на руки возьму? Ну-ка, иди к папке. Ну-ка, Вовка, смотри. Это твоя мама. А я твой папа. Да, папа. Смотри, улыбнулся. Он всегда улыбается. Нет, он именно мне улыбнулся. Он чувствует, что его папа, и улыбается. Вовка, давай попросим маму, чтобы она вернулась. Ты же не можешь расти без отца. Тебе нужна настоящая семья. Ты знаешь, мама всегда такой мечтала. А только сейчас не хочет. Хотя понимает, что с этим старым Лаевским у нее все равно ничего не получится. Тебе ведь нужен настоящий отец. А я тебя очень, очень люблю. Мне надо с вами поговорить! Сядь в машину. Ну, я вас слушаю. Женя очень порядочная, чтобы бросить вас. Она с вами живет из благодарности, но любит меня. Хороша любовь. Она из-за нее чуть не умерла. Да как вы не понимаете. Она с вами из чувства жалости. Она с первых дней жалела вас. Калека, пожилой. Знаете, ну пока я в ваших словах слышу только зависть. Не такой уж я калека. И не такой уж я пожилой. Это сейчас. А через 10, 15, 20 лет? Хорошую сиделку вы себе нашли. Вы такого ей счастья желаете? Прошу вас, не удерживайте ее, отпустите нас домой. Почему вы так уверены, что именно это нужно Жене? Да потому что у нас сын. А сыну нужен настоящий отец. И нормальная семья. А что касается Жени, я ее люблю, и она это знает. Ты представляешь, я ему сегодня говорю, посмотри на мой маленький. Он сразу повернул голову и посмотрел. Знаешь, это так удивительно. Он такой крошечный и уже все понимает. Нет, я, конечно, знаю, что есть связь между мамой и ребенком, что какая-то, ну, не знаю, телепатия, что ли, но ты понимаешь, это чудо какое-то. А помнишь, как он вчера тебе на ручки залез? За уши тебя схватил так крепко, так было мило. Да, вот об этом я как раз хотел поговорить с тобой, Женя, сейчас. Это очень важно. Именно об этом, да. Мы оба с тобой понимаем, что с самого начала наш брак был похож скорее на договор. Занятный договор о взаимопомощи. То есть брак с самого начала был фиктивным. Ну, да. Вот. А теперь, когда появился роман,
Я считаю наш договор утратившим силу. Исчерпавшим себя. В смысле? В смысле? Смысл, Женечка, у всего есть только один. Это возможное или невозможное счастье. Так вот, в твоем случае, мне кажется, счастье возможно. Возможно, счастье твое, счастье твоего ребенка и счастье твоей семьи. Но в этой формуле я считаю себя совершенно лишним элементом. То есть ты хочешь, чтобы я ушла? Я хочу, чтобы ты поняла одну простую вещь. У тебя, у Романа, у твоего ребенка, у вашего ребенка есть реальный шанс начать новую, правильную, взрослую, счастливую жизнь. У меня этого шанса нет. Просто в моем возрасте начинать новую жизнь, пожалуй, поздно. Да и ни к чему. Разумеется, все формальности я беру на себя. Мои адвокаты исполнят все в лучшем виде. Женя, вот возьми здесь. Вам на первое время хватит. Спасибо, мы обойдемся без ваших денег. Я не хочу это даже обсуждать. Это не только вам, это еще и ребенку. Здесь карта и пин-код. Снимайте деньги в любое время. Прощайтесь, а то на поезд опоздаем. До свидания. Береги себя. Нет, ну я от него не ожидал. Я думал, он тебя не отпустит. Нет, когда я с ним говорил, я думал, он мне пошлет. А тут отпустил и даже глазом не моргнул. Еще и бабла отвалил. Интересно, сколько тут? Мы можем свой бизнес открыть. Что ты сказал? Я говорю, бизнес можем свой открыть. Нет, да, это что ты сказал? Ты с ним разговаривал? Ну да, говорил. А как я еще мог тебя забрать? Пришлось на него надавить. Он ведь серьезно подумал, что ты в него влюбилась. Останови машину. Ты еще зачем? Останови машину. Рома, я тебя умоляю, отпусти меня. Я тебя умоляю, пожалуйста, отпусти. Забирай деньги, забирай все. Только отпусти. Я не могу с тобой жить. Я не хочу с тобой жить. Я не буду с тобой жить. Я лучше одна останусь. Тебя умоляю, отпусти меня, Женя. Пожалуйста. Остановите машину. Женя! Останови машину! Женя! Женя! Сиди.